Первая глава из книги пророка Амоса. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Озии, царя иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского, за 2 года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит с Сиона и даст глас свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила». Так говорит Господь: «За 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винидада. И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен, и держащего скипетр из дома Еденова, и пойдет народ арамейский в плен в Кир, говорит Господь». Так говорит Господь: «За 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Едому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее, и истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Екрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог». Так говорит Господь: «За 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его». Так говорит Господь: «За 3 преступления Едома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги Васора». Так говорит Господь: «За 3 преступления сынов Аммоновых и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Раввы, и пожрет чертоги ее среди криков в день брани с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь».